Вчера в Харциск была доставлена очередная партия гуманитарной помощи, предназначенная для детей в возрасте до 3 лет. Как обычно, содержимое поставки – это уже готовые наборы, составленные из мясных, овощных, фруктовых пюре, соков, каш, в общем, из всего того, что необходимо для питания детей в определенном возрасте. В целом, состав набора уже привычный мамам, регулярно получающим помощь для своих малышей. Однако, есть некоторые нюансы, связанные с выдачей детской гуманитарки. В очередной поставке Харциск получил ограниченное количество наборов. Для детей, возраст которых пока исчисляется неделями и месяцами, вчера было получено всего 33% от заявки. Начальник управления труда и социальной защиты населения Татьяна Кейдун разъяснила, как будет проходить выдача. В связи с тем, что мы получили не в полном количестве данную гуманитарную помощь, помощь будет выдаваться следующим образом. Те родители, которые имеют детей в возрасте от рождения до года, они получат, мы получили данную помощь только в размере 33%, поэтому было принято решение, что родители таких детей получат помощь в порядке очереди. То есть 33% первых граждан, которые обратятся к нам, получат данную помощь. Кто не получит, будет взят на контроль и в случае допоставки будут получать дополнительно. Что же касается наборов для детей от года до 3 лет, то за август помощь получат родители всех таких малышей. А вот за сентябрь количество наборов пока что тоже несколько ограничено. Получено 73% от необходимого объема. Для тех родителей, которые имеют детей в возрасте от года до 3, в августе месяце мы обеспечены полностью гуманитарной помощью, то есть 100% помощи мы получили. И дополнительно получили 73% необходимого количества гуманитарной помощи на сентябрь. Поэтому 73% наших получателей, которые обратятся в первую очередь, то есть самые первые наши получатели, получат 2 набора. Первый набор за август, второй набор за сентябрь. Те граждане, те остаток 27%, которые придут, может быть, возможно, позже к нам, они получат один только набор за август. В случае получения какой-то дополнительной информации, либо дополнительных допоставок гуманитарной помощи, УТСЗН сообщит об этом нашим получателям и, возможно, будем выдавать уже в будущем. Всего в Харциске продуктовую помощь детям в возрасте до года сегодня получают порядка 500 семей, а в возрасте от года и до 3 лет – 1700 семей.